Мать. Вот, два бревна. Могу тебя поднять выше, ты будешь? Можно. Поднять? Три даже там минимум. Или это первая, это большая такая просто. Давай поднимем. Или первая большая. Так, это кто, лосось? Я думаю, что это карпы. В такой воде лосось бы очень быстро. Пока не надо. Во-во, поплыли вы. Зачем пугать? Теперь я красивая. Точно вижу, она плавает. Третья вон там еще в ямке. А они все туда в эту ямку лезут. Ну да, единственное глубокое место. Видишь, ну да, охренеть, пошла. Она не маленькая, я здесь тут прям. Вот они для себя там яму вырыли и живут там себе. Три штуки минимум есть. Ну, вот, это ужин и обед минимум. Ну, большую семью. Такая. Это килограмм, это на 2,5, если не на 3, да? Большая первая. Которая сейчас слева уплыла. Ну, ты уже фотографировал. Не, киньте в них действительно что-нибудь. Да. Чтобы поплыли они. Кидай прям в них, прям. Но это совсем не в них. А что дальше могу? Маленькая. А, нет, вон пошла, типа, подумала, ей поесть дали, наверное, что-то в ту сторону, наоборот, поплыла. Может, нормальные-то люди сюда с ее точки зрения приходят, булочку кидают? А не ко мне, не ко мне. Я штемпель с собой почему-то. Смотри. Давай. Три, два, один. Штемпель здесь. Здесь?